После наших репортажей закрыли ни многим ни малым 10 подпольных казино. Однако срубишь одну голову, вырастет еще 3. В социальных сетях горожане попросили АТВ выехать и проверить точку в торговом центре «Заря». И мы выдвинулись в новый рейд. Поступают жалобы и говорят, возможно, здесь находится незаконное казино. Что вы можете сказать на этот счет? Никаких комментариев. Мы о жалобах не слышали, к нам никто не приходил, не жаловался. У нас здесь все тихо и спокойно. Можете наблюдать сами. А наблюдаем мы игровые автоматы. Без комментариев видно, что здесь тихо и спокойно расположено игорное заведение. Милая беседа с администратором сменилась на боевик с элементами драмы, как только на горизонте появилась дама с охранником. Я не знаю. Спустил, ни в коем случае никто не будет. Слава богу. К сожалению, никакие боги не спасли нас от охранника. Как только женщина поняла, что никуда мы удаляться не собираемся, неизвестная девушка дала отмашку секьюрити выпроводить нас. Я вам не считаю нужным отвечать на вопрос. Хорошо, тогда мы здесь поснимаем. Нет, вы не будете снимать его. Коля, набирай. Да. Так, не, нет, давайте вы не будете, не трогайте. Не трогайте. Успокойтесь. Так, тише. Выйдите. Не трогайте моего оператора, пожалуйста. Нет, давайте вы не будете. Не вы выходите из зала. Вы сейчас... Человек. Я вас понимаю. Вас попросили хорошо. Просто покиньте помещение. Нет, хорошо. Так. Пожалуйста, отпустите моего оператора. Я вас понимаю. То, что вас просто попросили нормально покиньте помещение. Так. Не надо тут снимать. Так, хорошо. Пожалуйста, тише. Вы почему меня хватаете? Просто покинь помещение и все. Давай. Мы удержали оборону, однако дальше начался откровенный спектакль. Что сейчас было, я спрашиваю? Ну, я вам говорю, съемка запрещена. Вас никто не толкал, вы напрыгнули на молодого человека моего. Иначе его отталкивать. Не надо снимать. Мы сейчас... Не, пожалуйста. Почему вы дергаете Потому что мою руку? Я вас попросила. Не трогайте, пожалуйста. Ну, конечно. Я не спросил, ни в коем случае никто не будет. Слава Богу. Спектакль под названием «Агрессивные журналисты против бедных игровых автоматов» продолжился. Но на этот раз секьюрити как будто сорвался с цепи. Молодой человек, никто да? на вас не реагирует. Да? Вы можете снимать. Не трогайте Еще камеру. Раз говорю. Камеру не трогайте. Еще раз говорю. Камеру руку не заламывайте. Прошу. Руку камеру не заламывайте мне, пожалуйста. Камеру не трогайте. Еще камеру. Раз говорю, руку Тише. Актерской игры у дамы, конечно, не занимать. Все-таки работает в игорном заведении. Долго и упорно женщина кому-то звонила. А мы отправились в пункт полиции. Когда вернулись к автоматам с сотрудниками правоохранительных органов, уже никого из героев спектакля не оказалось. А вы можете позвонить той девушке, с которой я разговаривал? Нет, не могу. Не можете? Нет. Не можете. А что с ней случилось? Что с ней случилось? Она уехала домой. Пока мы бродили по конторе, правоохранители осматривали игровые автоматы, а ведь заведение находится буквально через дорогу от пункта полиции. Это, мне кажется, не интернет. На мой взгляд, дилетанта. Да, скорее всего. Мне здесь ничего не найдут. Нет, ничего не найдут. Ничего незаконного. Нет, ничего незаконного нет. Решать, законно заведение или нет, уже не наша задача. Мы просим зрителей АТВ написать нам в комментарии в социальных сетях или позвонить к нам в редакцию, если вы знаете, где могут находиться подпольные казино. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.